подвиг азербайджанских нефтяников, воздвигнувших в просторах Каспия город на сваях, покорил своей смелостью весь мир. Но люди не остановились на достигнутом. Сегодня идет разведка для освоения еще больших глубин. Для этого нужна самая современная техника. Кёр-оглы, первый в мире крупный морской катамаран, окажет большую помощь в решении этой задачи. Родился Кёр-оглы на стапелях прославленного русского завода «Красное Сормово» в Горьком. Совместный трудовой подвиг сормовичей с бакинцами проверен временем. Совсем недавно сюда на Каспий пришли красавцы дизель-электроходы-паромы «Советский Азербайджан» и «Советский Туркменистан». И вот уже воздвигается корпус будущего катамарана. Строечную площадку в Баку вместе со своим детищем прибыли строители из Горького. Здесь воедино срастили корпуса и на них смонтировали кран-гигант. Кран испытали на берегу. Подвешивается специальный понтон весом 250 тонн. Нагрузку увеличивает до перегрузки в 315 тонн. Инженеры и техники проверяют напряжение в соединительном мосту, металлоконструкциях крана и стрелы. Теперь можно в море. Первый испытательный рейс. Сегодня на борту Кёр-оглы собрались все, кому он обязан своим рождением. Конструкторы и нефтяники, моряки и строители. Строитель судна Заикин, главный конструктор Губанов. Директор завода Михаил Афанасьевич Юрьев. Министр нефтяной промышленности Азербайджана Бахтияр Мамедович Мамедов. На этом уникальном судне все рассчитано для строительства морских оснований крупными блоками на глубине до 70 метров. На одной стороне корабля расположен кран с рубкой управления, на другой нет ничего, кроме опорных мачт для укладки стрелы по походному. Кран состоит из вращающейся башни со стрелой, на высоте 23 метров их поддерживает мощная колонна в диаметре, равная тоннелю метрополитена. Длина стрелы 70 метров. Новый кран рассчитан на работу при качке. Все его расчеты выполнены с учетом динамических перегрузок от качки, составляющих до 10% от номинальной перегрузки. Специальные приборы-ограничители предупреждают крановщика от перегрузки и выключают опасные движения крана. Для уменьшения перегрузок от качки и при подхвате грузов стрела подвешена на пружинных амортизаторах. Два корпуса судна шириной по 18 метров каждый соединены стальным мостом. Внутри моста есть коридоры, по которым можно переходить с одного корпуса на другой в любую погоду. Длина катамарана 130, а ширина 50 метров. Площадь свободной палубы равна футбольному полю. Благодаря этому судно может принять на борт полный комплект морского острова со всем промысловым оборудованием. Но это далеко не все преимущества двухкорпусной конструкции. На Кёр-оглы ничтожно мало влияет подъем груза. Посмотрите, при подъеме груза в 250 тонн катамаран кренится всего на 1,5 градуса.
Однокорпусное же судно при подъеме 50 тонн кренится на 5 градусов. Двухкорпусное судно гораздо мореходнее, чем широкое однокорпусное. Его осадка всегда меньше. По существу, по воде идут два отдельных корпуса хороших форм и размеров. Во многом они помогают друг другу. При ходе судна под углом к волне, благодаря большой ширине и взаимодействию корпусов, катамаран обладает меньшей боковой качкой. Испытания проходят нормально. Надежность конструкции, учитывая перегрузки, проверяется в рабочих условиях. Все этажи корабля связаны лифтом. Прямо из каюты капитан поднимается к себе на мостик, расположенный на высоте 15 метров. Такая высота необходима для полного обзора судна. Сердце Кёраглы – мощная дизель-электрическая установка. 10 дизель-генераторов, 8000 лошадиных сил. Для того, чтобы дымовые трубы не мешали размещению металлоконструкции на палубе, здесь применен бездымный электрический котел. Грибные винты придают кораблю скорость до 10 узлов в час. В носу и корме каждого корпуса имеются винты и рули. Их устройство не совсем обычно. Носовые винты тянущие, а кормовые толкающие, они вдвое мощнее. Работа рулей и винтов синхронизирована. Новое судно должно подходить к месту работы всегда левым бортом, на котором стоит кран. Надежность управления в этом случае обеспечивают носовые рули. Несмотря на большие размеры судна, наличие комплекса носовых и кормовых винтов дает возможность выполнять самые сложные и точные маневры, необходимые в работе. Для того, чтобы их увидеть, мы воспользуемся испытанием одного вспомогательного устройства. Между корпусами под соединительный мост вводится специальный понтон. Сейчас из него откачивают воду, и он поднимет корпус судна. Для докования катамарана предусмотрена возможность отрезки корпусов от моста и повторного соединения. Но это сложная и трудоемкая работа. Поэтому корпус специально усилен и имеет катодную защиту против коррозии. Осмотр же винтов и рулей проводится вот таким образом. Начинается вторая часть испытаний. На палубе Кёраглы грузятся металлоконструкции будущего морского острова. Теперь
месту основных испытаний. Проследили несколько особенностей судна в связи с созданием на нем большой свободной грузовой палубы. А вот еще одна из них. Испытываются спасательные шлюпки, спрятанные под грузовую палубу. Много трудов стоило конструкторам и строителям найти оригинальное решение подъема и спуска их на воду. Конструкция надежна, действует безотказно. Сегодня 10-й день испытаний. И команда уже обжилась на судне. Каюта капитана, каюта штурмана, каюта на двух матросов. Везде действует система кондиционированного охлаждения. Такой кухне можно позавидовать. Будущие гидротехники, нефтяники и моряки, проходящие практику на судне, расположатся в этой каюте. Катамаран подходит к месту основных испытаний. Отдаются якоря. Якорное устройство рассчитано не только на стоянку судна на рейде и на месте работ. В любой шторм, в аварийных условиях, оно надежно будет удерживать судно на месте. Вес каждого якоря 7 тонн.
Актер Оглы начинает свой богатырский труд. А вот еще одна особенность судна, еще одно смелое творческое решение. Прямо с крана в люльке по подвесной канатной дороге монтажники отправляются на устанавливаемые конструкции для их крепления. Раньше это была весьма трудная и опасная операция. Установки оснований всегда нужна помощь водолазов. На Кёр-Оглы предусмотрено и это. Испытание подходит к концу. Азербайджанские нефтяники по достоинству оценили это замечательное судно. Еще один остров. Сделан еще один шаг в освоении кладовых нефти и газа Каспия. Каспий принял богатыря Кёр-Оглы.